Всем привет, с вами Техномаш, мы продолжаем фантомную ярость. Надо посмотреть, если что в коробках. Ничего нет в коробках, но уже интересно. То есть они начали прямо сразу, да? Охренеть, прям вообще не встать. А блин, тут чё нафиг? Жаль, тут прицела нет. Это не взрывающаяся бочка, я так думаю. У меня для тебя подарок. Гранаты. Ящик с боулинговыми бомбами. Ну, гранаты, собственно, это как в Half-Life, опять же, сделано. Подошел, ящик открыл, у тебя восполнилось. Ничего прям такого. Ну, бомбами я бы тут дофига не наделал. Бочки. Нужно быть осторожным с бочками. Нанитовое ядро. Игрушечный феникс. И подушка 3D Realms с логотипом. А тут можно и залезть. Так, и блин. Как тебя... Зараза, как оно криво работает. Тут нельзя просто взять и поставить бочку. А, нет, можно. Просто она не ставилась. Да что ж все такое корявое? Короче, залезть туда, судя по всему, нельзя от слова совсем. Я пытался по-всякому, долго. Ну, хрен бы с ним. Давайте спускаться и подниматься потом обратно. Да ты чё нафиг? Ебать ты стрейфер, блядь. Ебать они бегают без остановки просто, твари. У них еще шлемы, которые от хедшотов их защищают. Блин. Но мне не нравится, короче, как тут стрельба реализована. О. Свеча. Потушить. Это что такое? Планшет, ноутбук. Нет, надо нафиг. А, тут можно выйти на ту сторону. Не, сначала на эту сторону. Газировка, гитара и вид на пустыню. Ну это прям, блин, Arizona Sunshine. Ящик не ломается, бессмертный. Хорошо. Идем сюда. Вижу, ты цела. Хорошо, мы собрали кое-что тебе в помощь. Посылочка должна приземлиться неподалеку. Смотри по сторонам. Добраться до посадочной капсулы GDI. Внимание, не входить. Ой, GDI, GDF. Перепутал. Парковка запрещена. Но это какой-то КПП. Перекати поле. Да, это Аризона прям вот один в один.
есть хилки. Ты чё? Да встань ты. Ой, блин, козёл ты. Лежать. Враги тут какие-то ебанутые. Бегают как ебанутые, стреляют как ебанутые. И ведут себя точно так же. Переносные генераторы. Камера. Ну, пока что броня есть. Что-то там непонятное. Ну, под мостом явно что-то должно быть. Хилка. А! Рыба. Это не долболобик случайно, который из Quake? Очень похож. У него тоже там такие зубы были, только он был желтый, а не зеленый. А, ну туда нельзя зайти уже, да. Ой, музыка капец невнятная в этой игре, я охренею. Блять, как обойти? А, невидимые стены. Ну да, ну да. Что, больно? Радуйтесь, значит, живы еще. Это ненадолго. Как же не хватает автоматического оружия. Очень не хватает. Бля, ну сделать невидимые стены, это, сука, это пиздец, это просто, блядь, вот. Авторов можно сразу пиздить с санными тряпками, блин. Да, вы тут забаррикадировали, что ли? Блядь, в башку попадаешь, им попадаешь. Поебать вообще, как стояли, так и стоят. Сколько им там в голову высадить нужно, чтобы не упали наконец-то. Ну, карта каньона. Свечу можно зажечь, потушить. Ну да, зато доску, блядь, они сделали, чтобы она шевелилась, когда ее трогаешь. Не до физика, блин. Не, не открывается. Так, а, собственно, тут-то road closed и все. У нас сейчас и есть задача добраться до припасов. Кувалды. Ну, блин. Непреодолимое препятствие, я хренею. Кусок брезентухи просто-напросто с сеточкой. Там забор, блин, стена пятиметровая, елки. Это я понимаю, нельзя преодолеть просто так. Блин, перелезть через сеточку, это ж слишком сложно. Я в детстве, блядь, через сеточки лазил, ничего. Все это элементарно. Хилка. Один вентиль украли, а нет, не украли. Не доделали. Планшет, взрывной баллон. Угу. Заспотил таргет, да? Металлический ящик.
грехи в игре, конечно, просто выпечены. Закрыто. Все-таки предыдущая от других разработчиков была в разы лучше. Неплохо. А чё, она бессмертная, что ли, эта турелька? Интересная фигня. Не, я могу и пробежать, как бы. Просто обычно эти штуки... Серебряный замок. Обычно эти турели легко вышибаются дробовиком каким-нибудь. Тем более с такого расстояния. Но я уже вижу, чем их можно победить, конечно. Тут есть чудесные взрывные баллоны. Тьфу, бля, нихера себе. Нормально, еще и сам получил. Оно вообще когда-нибудь останавливается, нет? Да блядские ящики. Так, что с тобой делать, тварь? Нихера себе, а что так... А что-то только в упор она убилась, блин. Не сильно ли круто вообще? Ну, отсюда мы пришли, эта дверь открылась, хорошо. Потрясающая физуха. По-моему, с ружья их проще ломать, эти ящики, чем дубинкой. Стоять и вот это вот выдрачивать, пока оно сломается. Крепкий ящик, да. Ай! Ай! Ну да, на что я рассчитывал, когда электродубинкой лез в электрощиток? Ну, собственно, я получил, чего рассчитывал. Серебряный ключ, стимулятор. Тут заперто все. Угу. Халфа, чисто халфа, просто вот своих идей не было у чуваков. Насколько оригинальная была первая часть, насколько всратая вторая, ужас. Вот это все было во второй халфе буквально в самом начале. Ну да, тут можно залезть, там можно пройти, тут можно перепрыгнуть, наверное, если здесь невидимая стена, возможно. Опять долболобик. Ну да, это явно нужно перепрыгивать. Надо залезть. Перейти к поезду.
Они настолько далеко скинули эту помощь, что, блин, только это, на поезде доехать можно. А, ну круто, то есть, это еще как-то запрыгивать надо, что ли? Блин. Это должно как-то решаться по-другому, наверное. Да, чего? Это с кулака можно снести? А, понятно, с прыжка с кулака, то есть пробить цистерну? Блин, как же тут все дофига не очевидно. Прочь с дороги. То есть мы типа продвинули вот эту штуку сюда, чтобы потом пройти сюда. Вон оно как работает. Электричество. Нету электричества. Денджер, опасность. Пис, мир. Ну да, конечно, мир. Не в этой игре. Блин, оружейные патроны полные. Не, рука не всесильная. Ну а как еще можно пролезть, как не отсюда? Чего? Бляха-муха. Тут... Да твою мать, блин. Тут невидимая стена, что ли? Нет. Просто зацепился за что-то. Во! Хе! Вот это можно хитро тут залезть. Закрыто. Это сразу подорвем, чтобы за спиной меня не подорвало. Ты как будто на территорию какой-то тюрьмы залезли. Пим. Ну ладно, физика баскетбольного мяча неплохая. Ну блин, забрось ты его. Почти. Забросил. Угу. Это нужно как-то пофиксить, починить. Да ну нахер. Даже слегка вспотело. Это о чем? Не надо их возбуждать, а то они тебя не только убьют, а еще и выебут, блин. Вспотела она. Ой, твою мать. Ну нате вам. Физика. Физика. А чё мы не взрываемся? Нормально, куда граната улетела, что она не взорвалась? Да, я что-то я поражен. А чё это скорую понаприезжали? А чё случилось?
Поздно скоро им приезжать, тут труповодкам приезжать уже надо. А, ну да, я же забыл. С гранатой все в порядке. Просто гранаты в первичном режиме у нее, они скачут и взрываются только когда на кого-то напарываются. Это нужно, по-моему, во вторичном режиме бросать, чтобы они как обычная граната работали. Сейчас проверим, кстати. Ну да, так и есть. Да взрывайся ты там. Блядь, нихера. Стой, 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 колобок ебучий. Так, а... Просто через окно. А, вот так, это у нас непрошибаемое. Ну ладно, электричество-то мы убрали. Я просто думал, что сюда можно зайти, а сюда зайти нельзя. Что за уродливые фары такие? Кошмар. Ебать. Какой ужасный дизайн. Свалка. Ну, свалка так свалка. А еще меня всегда калит микроскопический прыжок в этих шутерах. Ух ты. Мины. Целые, даже лазерные. Прыжок, блядь, при котором приходится прыгать и еще и присед нажимать, чтобы поджать ноги, чтобы типа выше прыгнуть. Обычное дело в таких играх, конечно, но уже надоело. Так а нам что, предстоит сейчас в экскаварторщицу переквалифицироваться? Броня, еще что-то. Ну да, нужно разбирать завал. О, всегда хотел попробовать экскаватор. Так, двигать куда? Это сюда, это сюда. Взять, опустить, двигаться вверх-вниз. А, ну пробил Ctrl, я понял. Так и куда это? Это нужно куда-то, блин, складывать все. Это мне пирамиду из машин нужно построить, чтобы вон туда залезть? Наверное. А чё он его отпускает? Я же ничего не нажимал. Да. Ты твою мать. Я понял. Это все очень коряво работает. Просто кошмарно. Я вот сейчас вспоминаю просто тот же второй Half-Life, где был вот этот кран магнитный. Там физика работала, извините, блин. Там игра вся была на этом завязана. А тут непонятно, зачем мы это сделали. Для кого? Ну, блин, идиотизм в том, что оно ни хрена не хочет поднимать выше. Бля. О, 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 стоп. О. Вот так вот я смогу залезть прям как по мостику, я думаю. Оп, оп, оп. Да. Это, конечно, капец. Полный. Но тут как будто секретов, может быть, даже и нету. Это же игра про секреты была, а нет, что-то есть.
Наниты какие-нибудь, что это такое? Бля, гениально сделать это в одну сторону. То есть мне сейчас заново нужно. А я все? Приплыл или нет? Что ж такое все кривое? Ёб твою мать. Я, кажется, застрял. А, ни хрена себе, я вылез, блин. Я думал, все, хана, приплыли. Вот это да. А самый пиздец в том, что при этом тут нету ручного сохранения, а только автосохранение. То есть добро пожаловать в контрольные точки. Ну да, разрушенный мост. В принципе, по-другому мы бы и не перелезли. В смысле он за спину стрельнул, блядь, когда ему подзатыльник дал? Угораете, что ли? Жалко смотреть. Ну ладно, внедорожники неплохие. Я даже париться с дубинкой не буду. Вы чё, блин, жестянки попутали? А куда это выход? Чё-то Блэк там, непонятно. Тут я так понял, можно куда-нибудь свалиться, блин, и не вылезти. Хотя, блин, тут есть ящик. Или мне туда идти? Да ну нахрен. Погодите, я посмотрю сначала здесь. Тут наверх куда-то дорога еще. Чего? Опасно. Что-то там какая-то зона. Не входить, но тут респейсинг. Рыбалкой они тут занимались. А, то есть не входить буквально, то есть сюда нас и не пускают. Да. Если что, даже в первом Duke Nukem 3D, еще который в 90 каком 8 там вышел, даже там было плавание в воде, под водой. А тут вот кишка тонка оказалась у ребят сделать. Не, нам, по-моему, сюда явно и идти. Но там какой-то ящик внизу. Вот здесь. Кажется, это была броня. А чё это такое? А, это у нас там были дырявые текстуры с той стороны. Ну, дело житейское, на самом деле это не страшно. Минус каска. Нафиг мне с ними пинаться со всеми сразу. Отойдем, перезарядимся, подойдем. Фига, кусок улетел. Да-да-да, approaching target, да-да-да, нахер. Показывайте вам, что способны. Все равно это смешно. Задолбал. Вот я бы ржал, если бы это была ловушка для нее. Ну, такое, в принципе, было, да, встречалось такое неоднократно в старых играх, когда чего-то очень вкусное кладут вот в такой вот, типа, контейнер или помещение. Ты заходишь, чтобы тут что-то взять, а сзади захлопывается дверь. Телефон-автомат не работает. Мега-турбо. Чё-то какой-то ассортимент у вас слабенький. Бургер не жрется, вентилятор. Не, пускай работает, это ж пустыня. Тут жарко, шо пиздец. Наверняка. Как они в своих
шмотках тут париться вообще. И взять ничего нельзя, и комментариев от нее никаких нет по поводу алкашки. Че ты пялишь на меня? Камера, блин. Водонапорная башня. Ну-ка. Ну и отломанная лестница, которую, конечно, не взять. Хотя... Хотя, да, слушайте, на крышу попасть можно. Оп. Попали. Бутылка. Какие-то антенны, ничего такого. Кто-то завтрак на крыше оставил. А вот это уже интересно. Ну-ка. А, да, то есть у нас физики объект не имеет. Вот это круть. А как туда добраться, чтобы ее взять? То есть нужно залезть на столб как-то. А для того, чтобы залезть на столб как-то, нужно как-то что-то на него поставить. А тут есть что поставить? Может, какой-то ящик? Да, тут есть ящики. Ну, пошли ставить ящик. Это вот для шутера также важно, таскать ящик и ставить, да? Это ж пиздец прям. Интересная фигня. То есть мне предлагают поставить три ящика. Или два ящика друг на друга и бочку, чтобы на них залезть. А потом с двух ящиков вот сюда прыгнуть, потом туда прыгнуть. Ладно, вызов принят. Надо было сразу вот так сделать. Я почему-то привык, что в этой игре броски предметов крайне слабые. Окей. Пуленепробиваемая сеточка прикрывает баллоны от пуль. У нас же героиня стрелять не умеет совершенно, да? О! Эч! Вот так это делается, блин. Мороки, правда, дофига, но ладно. Мотель. Ох, тут много мест, откуда нас могут натоварить. А, собственно, это. Натя. Да, гранаты тут, конечно, капец. Проще вот так вот их, блин. Бошки им поотстреливать и все. Дверь закрыта. И даже не вышибается. Журналы, не журналы, это все понятно. Какой мотик. Хороший, блин. Чоппер. Это вроде бы мотель, а почему здесь койки, как в казармах? Сторож, хранилище. Freedom, свобода, и опять смайлик. И... Вот там все хранилище. Никогда было непонятно вообще. Вот если дверь выглядит целой, почему ее хотя бы изнутри нельзя открыть, когда попадаешь вот в такие места? Ладно бы там сломанная была, я не знаю. Но так она целой выглядит. Еще какую-то хрень нашел. Что это фиолетовое такое? Ой.
какие-то фильмы показывают, тут надо посмотреть. А, это и есть штука, до которой нужно добраться было. ЖДФ. Не, это мы успеем. Сначала я хочу посмотреть, что тут есть. Понятно, по видео у нас ничего. Бля, тут даже ящички открываются. Етить твою мать, это что за инди-хоррор, в котором можно открыть каждый, блин, ящик? Это только там вот такую дрочь делают, я думал. Но нет, здесь эта дрочь тоже есть. Технокоп, insert coin, ставьте монетку. Это не игровой или автомат случаем? Выглядит как телевизор. Контроллер вентилятора. А, все, других положений нету. Есть. А, нет, тут просто он странно работает. Ага, он тут просто каждый раз тыкаешь, он переключается вверх-вниз. Ясно. Это они, блядь, не поленились сделать, а физику нормальную поленились. Тапочка. Ботинки защитного костюма? А? Так. А что, мы его взять не можем, типа, эти ботинки? Двое ботинок. Собственно, защитный костюм. Это, кстати, не чоппер, это обычный мотоцикл. У чоппера руль такой длинный, такой назад идет. Это просто моцик. А, рада, что ты снова со мной, красавчик. О, ты нашла своего старого друга. Кто это? Доктор Сара Крауфорд. Моя задача — обеспечить поддержку в твоей миссии. В самом деле... Прошу прощения, нужно было сразу сказать, что это задание мне поручил полковник Грейвотер. Осторожность никогда не повредит, полковник мне ничего толком не объяснил. Не переживай, я мигом введу тебя в курс дела. Я очень хорошо знакома с твоей новой рукой. Она на многое способна, но тебе нужно будет найти терминал, чтобы улучшить ее и раскрыть весь потенциал. Такие терминалы встречаются в обычных капсулах ГСО. Это старая модель. Поблизости есть одна в White Sands, в тайной лаборатории при ракетном испытательном полигоне. Кто-то приближается, поговорим, когда ты туда доберешься. Понятно. Удар бионической рукой. Шелли может атаковать врагов мощным ударом бионической руки. Уменьшает перезарядку бионической руки на 5 секунд. И перезарядка после опустошения обоймы сопровождается небольшой атакой по площади. А, то есть, когда мы расстреляли всю обойму, если после этого еще сверху кулаком шабануть, то будет удар по площади. Понятно. Это пока закрыто. Улучшение оружия. Очередь. Тазер. Дробовик. Вспышка. Перезарядка 5 секунд ослепляет врагов. Короче, это типа альт-атаки. Серия бомб. Боулинговая бомба не катится и теряет самонаведение. Вместо этого, упав на землю, она размещает дополнительные бомбы, которые взрываются вокруг изначальной. Но это мины. Боулинговая бомба не катится и теряет самонаведение, упав на землю, она вращается на месте, выпуская снопы пламени, затем взрывается. Это что-то вроде статического огнемета, статичного. Не вижу смысла улучшать вообще. Ну, вспышка от дробовика, мигающий свет, ослепляющий всех в небольшом радиусе, перезарядка 5 секунд. Пистолет стреляет очередью из трех пуль. Выпуская штырь, оглушая цель. Тазер. Ну и нахера. Вот очередь можно купить. Электродубинка. Контроль над противниками. Оглушенные враги имеют шанс поразить других врагов цепью молний. Ну, блин, не особо-то надо. Вот у нас эти штуки фиолетовые, которые мы подбирали. Точнее, нет, вот они. Это стоимость. Перезарядка 5 секунд. Ну давай. И атака при перезарядке. Вот тут на бионическую руку много всякой чушни. Тут еще оружие ж нужно будет улучшать. Вспышка. В небольшом радиусе. Но это имеет смысл только в закрытых помещениях.
Давайте возьмем хрен бы с ним, пусть будет вспышка. White Sands, eh? White Sands, да, это всего в 3 часах езды отсюда. Не пугайте меня, если бы не моя выучка, снесло бы тебе голову. Я ничего плохого не хотел, просто пытался помочь. Я этим местечком уже давно заправляю. Ты уж сделай одолжение, опусти эту штуку, чтобы мне не пришлось потом штаны отстирывать. Осторожность никогда не повредит. Ты знаешь, как добраться до White Sands? Лучше, я могу тебя туда подвезти. Мой фургон, вот он, за дверями. Этот гроб на колесах? Да, на такой развалюхе мы из парковки не выйдем. Да поедет он, поедет. Нужно просто немножко повозиться, чтобы завести. Ха, ну ладно, ты заводи, а я прикрою. Договорились. Новая цель — защитить гуса, да ну нахрен. Что-то пистолет еще уродливее стал. Так, а защитить его от кого? Где? Проклятие, кажется, у нас гости, займись грузовиком, а я пойду поздороваюсь. Давай. Раз. Два. Ты сраное ничтожество. Три. Четыре. Я не могу вечно их сдерживать, что ты там копаешься. Чёртова. Опоссум перегрыз топливонасос. Да, блядь, пыль подняли, нихуя не видно. Почему они меня видят, а я их нет? Блядь, пиздец. Вот это, конечно, бой охренеть. Вовремя, сваливаем. Не, я, суки, я вас всех сейчас порешаю. Грёбаный вертолет пыль поднял. Пиздец, ничего не видно вообще. Как в таких условиях что-то можно делать? Махилка нет, тут где-то были ботиночки, они возьмутся? Нет, просто ботинки защитного костюма, ни для чего. Ладно. Ах да, у нас же появился ловербой. Наш любимый револьвер еще оттуда. Из первой части. А он не улучшается? Жаль. А, ну да. Стрельба сразу кучей патронов, это альт-стрельба. И обычный по 3 выстрела шмалит. Запрыгивай и даем дёру! Даем. Дед, у тебя права-то есть. Ближе я тебя подвести не могу. Я встречал ребят в форме ГСО в баре, но никого даже не видел, чтобы они пользовались входной дверью. На твоем месте я бы поискал что-то вроде тоннеля. Возможно, так ты сразу попадешь в бар. А, я буду смотреть по сторонам. Береги себя. The Crater. Новая цель — пробраться в бар. Ты что, так и будешь тут сидеть? Бля, дед, вали отсюда нафиг. Иначе сейчас нами обоими пообедают. Нужно искать какой-то подкоп в бар. Ну, ясно, через переднюю мы не пройдем двери. Кстати, через забор тоже не перепрыгнем. А тут можно обойти? Ух ты, какие невидимые стены, пиздатые. Прям охуенные, блядь. Кратер, и там такая прям ракета нарисована, многозначительная. Понятно, от чего кратер. Куча мотоциклов, тут сейчас должен, по идее, Терминатор выйти, на мотоцикл сесть, но это в кино, конечно, уже было. Но нам сюда. Эти чуваки там веселятся пока. А мы, может быть, найдем обходной маршрут. Обойма оружейных патронов и, собственно, ружье.
Да? Такой бросок топора прям сратый до невозможности. Он даже, блядь, метра не летит, что? Я такой топор метров на 5 могу швырнуть, блин, вы чё? Если взяться вот здесь вот за край рукоятки, как следует размахнуться, там полетит, дай боже. Еще и за счет инерции. Ну куда-то... Куда-то... Куда-то надо топать. А куда пока непонятно. Тут все перекрыто. Ой. Кого я вижу? Стоит. Но стрелять я пытался сейчас не хочу, потому что если я не пробью забор, а я его, скорее всего, не пробью, то они могут сейчас все, блин, сразу тревогу поднять. А нам это не надо. Блин, неужели придется в бар вваливать прямо так? Ты куда пистолет убрала, дура? Достань. Достань обратно. Короче, ладно, давайте закончим пока что здесь, потому что, ну, блин. Ну, потому что, ну, блин, тут уже все. Дальше сейчас будет интересно. Все, всем спасибо за внимание. С вами был Техномакс, это был Фантом Фьюри. Всем до новых встреч, всем пока.